Дамы и господа, в наш компьютерный век порой сложно понять, что люди что-то могут делать сами, но я попытаюсь вам доказать обратное. Как вы видите, на мне висят некоторые вещи. Это гитара. Под ногами у меня находится волшебный прибор, который позволяет записать то, что я на ней играю. Например. О чудо, правда? Я также могу записать свою укулеле. Смотрите все. Так, стоп, вы укулеле не слышите, наверное, она тиховата. Вот, смотрите, вот она отдельно. Да? Вот вместе с гитарой. У меня тут есть еще вот такая штука. Ну и к ней можно кое-что добавить. Вот отдельно три канала, смотрите, вот такой. Вот такой. И вот такой. Теперь я все это говно стираю. Все. Ничего этого больше нет. Сейчас вместо него, здесь, в этом чудо-приборе, появится песня «Yes, Future». Вымрут вредные микроорганизмы. Пришельцы накрянут не с целью экспансии, а чтоб забрать ядерные отходы. Для безработных найдутся вакансии. В Питере будет классная погода. Кто-то хорошую власть окажется и все наладит нежданно, негаданно. Гадов накажет, никто не отмажется. Все ожидания будут оправданы. Никаких вооруженных конфликтов. В МВД одни дяди Степы. На каждого квадратных метров с избытком. Все всерьез, никакого Стёба. Что, не верится тебе в мой прогноз? Типа звучит нереалистично. Спецом для тебя будет полный пиздос. У всех остальных все будет отлично. Миллионы праворульных «Жигулей» заполнят пространство японских хайвеев. Россия впереди планеты всей. Но фьюча — это не наша идея. Нам скоро стопудово повезет. Свежий ветер разгонит все черные тучи. Все черти кадилом по морде получат. Yes, фьюча, yes, yes, фьюча. Человечество. Будущее смотрю с оптимизмом. РПЦ совладает с нечистью. Православных отсосут сатанисты. Дьявол признает ошибки прошлого. Папа простит и вернет на небо. Вместо пустого, пошлого, ложного. Правда реальная, как буханка хлеба. Волшебник в голубом вертолете давно взлетел, а вот-вот прибудет. Ему тут КМ всего пару сотен. Скорее сюда все, кто мечтал о чуде. Ты говоришь, это все невозможно. Нахуй иди, я тебя не спрашивал. Мне от вас, пессимистов, тошно. Все беды из-за нытья ебучи. Чего вашего? Пачка евро за монету 5 рублей, 100 баксов в обмен на 15 копеек. Россия. Но фьюча — это не наша идея. Нам скоро стопудово повезет.
свежий ветер разгоним все черные тучи. Все черти кадилом по морде получат. Есть фьюча, есть, есть фьюча. Большой-большой молодец! Спасибо, это Noise MC!